здравствуй, Виктор Запальцев. Вот мы и встретились. Не надо ножичек. Ножичек не надо. Да это не он. Говорю же вам, ошибаетесь. Я даже не Виктор, я Сергей. И вас я вижу первый раз. И да, разговор совсем другой. А вдруг он прикидывается? А зачем же мне прикидываться? Мне даже повода нет. Да точно не он. Ведь я и слов-то таких не знаю. Да? А похоже. Но глаза другие, да. А может, ты родственник? Чей родственник? Виктора. А, у меня есть родственник. Зовут Виктор. И живут в Пензе. Машина, конечно, блеск. Наша. Сускиса. Ивана Исаковича. Наш сосед. Ветеран бронетанковых войск. Нам не надо, а ему надо. Но мы же гаражом не пользуемся. Уже пользуемся. Садись, прокачу. Скандал будет. Садись, рулить будешь. Выкатить надо. Стой, говорю! Стой, куда машина? Стой, люди! Стой! Стой, говорю! Это что такое? Это что за самоуправство тут? Я же с тобой договорился. Не говорился ты не со мной, папаша. А с кем же? А ну-ка ты машину на место! Я ветеран и инвалид бронетанковых войск, а ты кто? Мне положено! А я твой ужас. И если ты не уймешься, если ты еще раз позволишь себе покушаться на мое имущество, станешь инвалидом не только бронетанковых войск, а мирной жизни. Понял меня? Если у вас претензии, могли бы сказать? Я и сказал. Вас я тоже не знаю. Отдыхаем. Допустим. А почему, извините, в одиночестве? А вам какое дело? А я знаю почему. Потому что здесь мало приличных девушек. А вы сами человек приличный. Я сразу вижу, у меня глаз ватерпас. Хотите, я вас познакомлю с приличными девушками? А с чего вдруг такая доброта? Характер такой. Вижу, человек скучает. Почему не помочь? Константин Куролап. Сергей, за пальцы. Очень приятно. Дашенька. Водочки там. За знакомство. Отдать бы в реставрацию, да? Очень много денег стоит. Последнее, что осталось от твоего отца? Да, он где взял? Может быть, все-таки провериться? А то что-то совсем с памятью плохо, да? Твой отец был столяр, краснодеревщик. Делал мебель на заказ. Ты ему помогал. Ты помнишь? Плохо.
Руки помнят. Твое здоровье. И твое. А девушки и правда хорошие? Сто процентов. Я бы сказал, мне где пробы ставили. Дипломированные. Хорошо. Даже. И здесь живут? Да. А что? Это отличный дом. У меня здесь отличная квартира со всеми удобствами. Мне всегда было интересно. Да? Вот одни люди. Здесь живут? Да. А другие приезжают отдыхать. Так бывает. Прошу. Пошли. Красиво получается. Заработал что-то. Я плачу, я даже вот за бутылку коньяка. Однажды полтора часа плакал без перерыва. Видишь? Вот хочешь, сейчас полчаса буду без перерыва плакать за коньяк. Хочешь? А где ваши девушки? Девушки? Уже идут. Я ж Зинке в магазине просил прислать. О! О! Идут! Идут! Я слышу. Слышу. Иду. Идут, мои красавчики ласковые. Прошу! Прошу. Это девушки образованные и даром. Ну, как заказывали. Какой мужчина. Я бы такому сама приплатила. Саша, ты бы у меня сначала разрешение спросила. А кто ты такая? Кто ты такая, я тебя спрашиваю? Кто я такая, да? Кто я такая? Вот кто! Я понял. 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 Я понял
Конечно, помню. Буду рад. Да хоть прямо сейчас. Еще раз. Здрасте. Очень рад вас видеть. Я тоже очень рада. Проходите. Я все вспоминала, как вы обо мне позаботились. Да ну что вы, пустяки. Проходите, пожалуйста. Извините, что я выгляжу сейчас. Ну что вы, что вы, нет, вам ничего не идет, оставайтесь так. Спасибо. Присаживайтесь. Ну вот, хорошо. Как вас зовут? Лена. Ленуся. Потрясающе. Это мое любимое имя. А я Виктор. То есть Сергей. Я не совсем тот, за кого себя выдаю. То есть я не то, что я не то, как я выгляжу. Ну, то есть не тот, кем выгляжу. Серьезно, ты не поверишь. Сколько можно завидовать свободе и смелости других людей. Я ведь сам всегда был свободным и смелым. Просто я... Просто никогда не мог себе в этом признаться. Ну ничего, ничего, ты выпей и расслабишься. Вот, 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 молодец, вот так. Да, я волнуюсь. Но это волнение... Приятно. Лена. Выходи за меня замуж. Прямо сейчас, что ли? Да нет, сейчас, можно. Сейчас. Потом. Сейчас. Да? Хорошо. Хорошо. Ой, водички принеси. С газом? Да все равно. Помогите! Насилуют! Номер силой затащил,
Разорвал платье? Хорошо, что я рядом оказался. Будете понятыми. Телесные повреждения есть? А то. Ленусь. Ты что? Значит так, гражданин, факты таковы. Попытка изнасилования. Свидетели имеются. Ну, послушайте. Это же бред. Сейчас на свидетельство не пойдешь. Угу. Что вы собираетесь освидетельствовать? Стыдись, насильник. Короче, попытка изнасилования. Что из нее следует? Вариант первый. Следствие, суд от 10 до 15 лет строгого режима. Вариант второй. Штраф. Что выбираем? Следствие. Суд. Вот только не нужно меня за лоха держать. Вообще-то за него и держим. Ну, черт с вами. Штраф. Наручники снимите. Шалить не будешь? Нет. Не трудитесь, я сам. Как это? Ограбить человека. А потом прийти домой к маме. Как, сынок, работа? Все нормально, мам. Как вам это удается? Объясните мне. А чей ты мою маму обижаешь? А что? Твоя мама не знает, что ты такой скот? Я слышал. Оскорбление при исполнении. За себя я стерпел. А за маму. Ты же убил его, идиот. Вы не понимаете. Это не я. Отдохнуть не желаете? Спасибо. Уже отдохну. Ну, слава богу. Хотя бы не убила.
сказать, что здесь распорядок. Ты на себя посмотри, уже на человека совсем не похож. Вы похожи. Ты мне поговори еще, поговори. Ешьте, ешьте. Надеюсь, не из тюрьмы сбежали? Нет. Просто у меня неприятности. Обокрали. Где? В Сочи. Ничего не путаете? Почему? До Сочи отсюда почти 100 километров. Надо же. Я столько пешком прошел. А почему вы в милицию не обратились? Зачем ушли из Сочи, если вас там ограбили? Дело в том, что милицию-то и ограбила. Бывает. И не так уж редко. Я могла бы дать вам денег на билет. Что, думаете, не отдам? Да нет, я по глазам вижу, вы человек честный. Просто возьмете деньги и уедете. А мне пообщаться тут совсем не с кем. А как вас зовут? Лена. Да. А что? Нет, нет, ничего. Я, в общем-то, не спешу домой. Но, то есть, поначалу, конечно, спешила, а теперь нет. Почему? Вас встретил. А там что? Правительственная дача для бывших. Для бывших кого? Бывших министров, депутатов. Вот, да, бывших президентов. А у нас их много? Какой ты? Какой? Красивый, замечательный. Я больше не могу. Быстро встаем. Вы кто? Тихо, не важно. Кто вы? Не важно. Быстро отсюда. Мы муж и жена, между прочим. Не важно, ушли отсюда. Здесь правительственная территория. Правительственная территория, вон там. А здесь лес, он общий. Мы я имеем прошу, право. Добром, добром, прошу. В чем дело? Да вот заползли, Леонтима. Места больше нет. Что ты сказал? Не надо. А ну извинись немедленно. Застегни. Мерзавец. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Гуляете? Да, знаете, воздух, природа. Чинары здесь замечательные. Или платаны. Пенсионате находитесь? Да. Как обслуживание? На уровне. Лучше, чем при социализме. Извините, при социализме я здесь не был. А то мне некоторые говорят, раньше было даром,
и лучше, а теперь за деньги и хуже. А я им отвечаю, даром ничего не было. Вы же за это и платили своим бесплатным трудом, правильно? Да нет, все прекрасно. Не теряйся. Разберусь как-нибудь сам. Только советовать-то и умеете. На что намекаешь? Вроде как я развалил страну. Все вы мастера судить. А вот ты на моем месте что бы сделал? Я бы? Да. Я бы. Вот, я бы. Сам этого хотел. Остановите его! Нейтрализуй его, а то старик будет нервничать. Он со мной что-то сделал! Не волнуйтесь, жить будет. Как вы себя чувствуете? Отлично. Пора в Москву. Я бы не торопился. Ну, вы всегда не торопитесь. Вам здесь хорошо. Вы хоть знаете, как люди живут? Вот у меня зарплата, я говорю, зарплата у специалистов высокого уровня мизерная. Медицина дрянь, образование нищее, коррупция и разложение сверху донизу. И никто ничего не делает. Нет, пора вмешаться. Я же сказал пить не давать. Да где бы он взял-то? Ни грамма. Добрый день. Какой век? 21-й. Ручная работа авторская. Сколько? Какой? А он тот. Тот не продается. А этот? Этот 2000. Не рублей, естественно. Дороговато. Полторы? 2,5. Странно торгуешься, мастер. Я сбавляю, ты наоборот. А потому что торговаться не люблю. Либо сейчас 2,5, либо завтра она уйдет за 3. Повторяю, ручная работа, авторская, существует в единственном экземпляре. Лады, только не больше. Пойдем. Держи. 2,500 с заставочкой. Вот там вот третий подъезд, 5-й этаж. Хорошо, не поцарапай. Надо же, какой мастер оказался. Прямо как отец. Как ты, а? Как ты? Ну, ты что? Как ты? Ты кто? Ну, что ты мне тычешь? Тихо. Девчонка. Ты что? Я тебе в отце гожусь. А то и в деды. И нечего меня осматривать. Я вам вот так скажу. Два инфаркта, ишемия. Язва 12-перстной кишки, атеросклероз. Вы вообще могли бы обратиться к моему врачу. С историей болезни. К личному. Личному. Это, конечно, хорошо, но даже при беглом осмотре никаких следов инфаркта у вас нет. Ишемии тоже. Атеросклероза тоже. Это как же? Позвольте спросить. Хотя в этом же вся суть. Этот подлец со мной поменялся каким-то образом. Он же государственный переворот может устроить. Или, как минимум, скандал на самом высоком уровне. Так, ну что, мания величия, да?
Не похоже. Да? Я психиатр по образованию. Угу. Я многих таких видел. Вот. Не бывает такого, чтобы во всем нормальный, а в одном пункте ненормальный. Обязательно должны быть побочные симптомы. Короче, дело темное, я вызываю милицию. Странно. Давление почти в норме. Все-таки не припомню, чтобы за последние 5 лет было все в таком порядке. В полном? Ну, не совсем. Организм все-таки поизносился, да. У меня такое ощущение, что вы где-то прошли сеанс омоложения. Тайских таблеток не пьете потихоньку? Нет. Не в этом дело. А в чем? От духа все зависит. От души. А душа у меня требует дела. В Москву надо ехать. Ну, свое дело сделали, Михаил Борисович. Да? А почему же этот народ-то меня так проклинает? Ну, кто вам это сказал? Умные люди, напротив, вспоминают вас с благодарностью. Я вот умный человек. А ничего хорошего о нем о себе сказать не могу. Нет, Москву, Москву, Москву. Пацаны, вам у двоих? Вот эту вещь в 3-й подъезд на 5-й этаж. Давайте. Не еду. Так, аккуратно. Ты это за низ возьми. На, у тебя на шпильке. Но за всю жизнь с тобой не было столько денег. Ну, паршиво у нас с тобой, однако, была жизнь. Ну нет, почему нет? Я не... Да ладно. Давайте, давайте, где у вас машина? Давайте, не отставайте! А вы ко мне ответите! Я на вас управу найду! Трезвый. Грозил министру внутренних дел позвонить, да? Говорит, лично его знает. Да? Ой, в наше время чего только не бывает. Ну, может, псих? Психиатр осматривал, нормальный. Ты вот что. Определи-ка ты его в VIP-камеру. От греха подальше. Надо перестраховаться. Располагайтесь. Желания будут? Телефон дайте. Хорошо. Ну или сами позвоните министру МВД и министру здравоохранения заодно. Хорошо. Нет. Я с Кремлем могу поговорить? Естественно. Кому? Кому-кому? Самому. Приемная? Дорохин говорит. Михаил Борисович хочет связаться с президентом. Понял. Сейчас прием, сами понимаете. Он с вами сам свяжется. Позже. Поехали туда. Михаил Борис!
Рад вас видеть, а мы думали, что вы еще на отдыхе. Так, пошли к президенту. Да, да что? Там Совет Безопасности. Что, срочно? Давно уже срочное. Вообще, на улицу-то выходит наш президент, а? Ситуацию он знаком, да, скажем. А если знаком, чё ж не исправляет-то, а? Ну, кажется, справляется и он, и другие, можете убедиться сами. Пенсионные пособия выросли-то на 8%, на образование выделяется на 2% больше, а медицинского импортного оборудования... Да мне еще цифрами поморочь голову, да? Это не цифры, это дела, Михаил Борисович. Куда ни глянь, улучшение... Куда ни глянь, мужики испиваются. Половина работает не по специальности, а там, где больше платят. Это что творится-то? А коррупция? Только что двоих посадили. Так, двоих посадили, а остальные стали вдвое больше воровать. Построили государство для бюрократов и воров. Что, не так скажешь? Для бюрократов и жулья. Это результат. Я об этом мечтал. Вы дождетесь, вы дождетесь. Я сейчас выйду на улицу, я подниму народ, я... Михалыч! Михаил Борисович, переволновались. Вам бы, знаете, извините, погулять, свежим воздухом подышать. На приятные встречи, лечебная физкультурка, вы опять в политику. Вы извините за прямоту, но это для вас гроб. Еще никогда так не было. Ну, бывало и похуже. Со мной не бывало. Понимал бы ты, о чем речь. А о чем? Старый дурак сам себя в старика превратил. А он там радуется. Извините. Ну все. Мне уже лучше. Иди. Михаил Борисович, как вы себя чувствуете? Извините, я не могу без приказа. Поехали под мою ответственность. Куда мы едем? В аэропорт. Понял. Рейс. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Борисович, почему вы один? Открывай ворота. Извините, но я должен позвонить. Ты никому ничего не должен! Ты уволен! Вы не можете меня уволить. Это почему? Потому что не вы меня нанимали. А кто? На самом деле, на кого ты работаешь? Администрация президента? ФСБ? Частное охранное агентство «Сатурн». А. Вылезать? Я не могу. Вылезай! Ты что, охренел, что ли?
чтобы остался? Вам же хуже. Добрый день. Добрый. Чем обязан? Вот, решил вас навестить. Да, если у нас так сидят, то, конечно. Нет, я возьму себя в руки и буду благоразумен, ответил господин Пипле с печальным достоинством человека, смирившегося со своей участью. Почему я здесь? До выяснения личности. А мне казалось, я все объяснил. Хотя допускаю, что в это сложно поверить. Вот именно. И документов у вас нет. Понимаю. Скажите, доктор, а такое в принципе возможно? Что? Ну что, один человек с другим поменялся телами. Ну, я такого не слышал. Но вы знаете, сейчас такие времена, столько аномалий. Да, если вам так кажется, это, конечно, случай интересный. Кстати, вы читали Жюль Верна «Таинственный остров»? Конечно. Потрясающая книга. Вы знаете, доктор, вот что странно. Сердце совсем не болит. И вообще, я так хорошо себя давно не чувствовал. Ну, вот видите, во всем свои плюсы. Все добро. Конечно, да, до свидания. Ну, чего? Нормально? В детство впал. Просит принести книжку про капитана Немо. Почему в детство впал? Я у своего пацана брал недавно читать. Нормальная книжка, интересная. Да. Да. Надо перечитать. Как зовут? Кого? Вас. Меня. Кого же еще? Лена. Правда? А что? Хорошее имя. Леночка, ты мне потом кофе принеси. Вам нельзя кофе. Вы меня смущаете. Ну как? Потрясающе. Просил пригласить журналистов и сообщить, что он, видите ли, намерен выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Этого мне только не хватало. Слушаю. От какой партии вы собираетесь выдвигать свою кандидатуру? Ни от какой. Сам от себя пойду. Потому что никаких партий у нас нет. Партия — это что? Это идеологи, руководители и рядовые члены. Так? А у нас как? Идеологи, руководители и ни одного рядового члена. Мертвые души. Партия начальников — это что? Партия? Ваша предвыборная программа. Деньги в отечественную экономику. Это раз. Народу честно сказать, что скорого повышения зарплаты, пенсии не будет. Иначе опять все задачки прожрем. Что потом делать будем? Это два. Добиться, чтобы квалифицированный труд оплачивался никак не хуже, чем неквалифицированный. Потому что опять все мозги за границу утекут. Это три. А коррупция, а воровство? Вот. Я что подумал? Чиновник в России всегда воровал. И я так решил. Пусть ворует. Там еще не хватает. Ты воруй, черт побери, но делай, делай. А то что получается? Воруй, и ни хрена ты делаешь. Вот парадокс. Чего? Пусть. Телефон дайте. Беру, но отбираю. Пожалуйста. То есть, один звонок сделать. Кому это? А вон ему. Но если взял, взял. Тоже изволь выполнить все, что пообещал. А то и что получается? Взятки берут, шутки? Я опять же ничего не делал. Ну, даже я трезвый. Ну, какие шутки? Это опять
прямой эфир. Сейчас сам я вижу. Чтобы за народное благо, а другой денежки считает. А? Я предложение. Откуда какое-то лицемерие какое-то? Это что ж делается-то, а? Как при советской власти. Извините, очень важный разговор. Вы пока готовьте вопросы. Что ты там за самодеятельность развел? Хочу использовать шанс. Какой еще шанс? Я, то есть ты, политический труп, а трупы не воскресают. Ни разу такого не было, понял? А раз уж взялся, то не будь дураком. Чего ты мелешь? Народу честно сказать? Да если народу все честно сказать, он тебя в Думу права не выберет. Не то, что в президенты. Короче, не смеши людей. Мне тут предлагают врать. Не дождетесь! Ваш вопрос, пожалуйста. Нет у нас никаких вопросов. Держи. Семенов! Семенов! Я? Значит, питание по улучшенной норме. Поставь ты ему телевизор нормальный. Еще просьбы были? Книг просил. Ну каких? Жюль Верн, про Незнайку. И... Вальтер Скотт. Незнайка пишется слитно. И не Скотт, а Скотт ты понял? Есть. Обеспечь. Есть. Наблюдались волнения в Москве, Питере и крупных промышленных центрах. Опросы проводились? Проводились. И что? 70% готовы избрать хоть завтра. Угу. Ничего не понимаю. Ведь полную чушь несет. Но мы тут проконсультировались с социальными психологами. Они говорят, что ключевое слово для народа – надоело. Вранье надоело, воровство надоело, коррупция надоела, беспредел надоел, безденежье надоело. А он как раз на это слово и напирает. Говорит, надоело. И все в восторге. А с чего он вообще оживел так? Что врач говорит? Он сам не понимает. Говорит, неизвестный науке феномен. Но говорит, если он будет продолжать такую активную деятельность, чревато. Но? Ну, тогда пусть продолжает. Мое отражение, как глупое фото, внимательно смотрит в мою пустоту, пытаясь увидеть хоть каплю чего-то, а каплю чего я никак не пойму. Пустые заботы окутали ватой, не брежет вдали заколдованный свет. Лишь кучка бычков отдает ароматом прокуренных дней и пропитых лет. В стране дураков и обрезанных крыльев пытаюсь взлететь, как свободный орел. Но хитрая жизнь награждает бессилием. Я тихо плетусь, как усталый осел. Я тихо плетусь, как усталый осел.